Вот так вот начинается наше сегодняшнее видео. В общем, все нестандартно. Это побежал, поймал на мелкого красивого воблера рыбу. Проассистировал мне один товарищ. Рядышком стоит второй товарищ. В общем, сегодня огонь. Мы начинаем. И это потом все об этом. Сейчас пока выключим, рыбу отпустим. Друзья, слушатели, смотрители канала «Твоя рыбалка». В общем, сегодня у нас все не так, как обычно. Обычно сначала рассказываем, потом показываем, потом говорим, на какой тест поедем. Сегодня у нас была тектомания, вернее, продолжение тектомании. Виновник торжества вам уже известен. Он вот так вот показывает в машине, вот когда едет. А сегодня он показывал вот так. Вот так вот даже. Вот так. Вот. Ну, бери дикто, иди, будем говорить сейчас о нем. Дело в том, что это вторая рыбалка с этой палкой, как бы, которую осуществляет Николай. Потому как первая, а что ты мне ее даешь? Я немногословен. А первая рыбалка, потом, вернее, я вечером позвонил после первой рыбалки, были слова, как у Михаила Михайловича Жванецкого в рассказе «Минера». Да если б, да два грамма, да это полный, это, поэтому решили дать человеку адаптационную неделю, вот, он успокоился и теперь... Нет. Да, мы еще Виталия Николаевича попросили тоже половить этим инструментом. Поэтому, Коль, два слова. Ну, я знаю, что два ты скажешь. Два слова запикаешь. Запикаешь? Ну, запикаем, значит, запикаем. Да хуй. Все, значит, пикать не буду. Давай сюда палку, хорош. Итак, айскуб, тор, самый большой, лайт. Вообще странно как-то. Действительно тут, я даже не знаю, что сказать. При длине 2,36, от 0,8 до 12 грамм теста в популяре. Тем более айскуб, вот, это какое-то что-то с чем-то. Сейчас мы сделаем одну штуку, дело в том, что я Виталию специально попросил. Не, правда, Коля, когда взял в руки, говорит, Юрич, это все. Это the best, это чуйка, это сумасшедшая, это все хорошо.
Но, знаете, это эмоции, а очень хочется, чтобы эмоции, ну, как-то были подкреплены хоть какими-то понятными для нас, для вас словами, фразами и моментами. Моя фраза была самая понятная. Так, закрути дверь, товарищ владелец. Итак, иди расскажи, потому что то, что сказал Коля, надо будет вырезать. Там большое пи надо будет ставить. Так а что сказать? Ну, что-нибудь скажи. Что-нибудь? Да, что-нибудь скажи. Ну, побросался. Не, я к чему это самое? Эта вещь вряд ли, ну, не на массового покупателя, это 100%. 14 тысяч гривен, это, ну, ты сам понимаешь. Уберите слова от кадра. Хорошо. 140 гривен, по просьбе Николая. Эта палка как бы... Мы тут тоже пикнем в этом моменте. Пикнем, да. Вот эту штуку лучше так не подтягивать под самый этот самый. Под самые уши. Да. Ну, потому все, он же не рассказывает ничего, кольцо. Он вам просто рассказывает. Кирпан, да. Я сейчас сложу. Кальника, камера здесь. Вот я тут, слышу. Вот, смотрите, вот сюда, пожалуйста. Вещь. Тоже не важно. Подскажите хоть что-нибудь. Нормально, слышишь? Вещь какая-то. Само собой, короче. Ну, что я скажу? Это такой... Для тиктомана, вот ты правильно сказал, тиктомания для тиктоманов получается. Кто является фанатом тикта, ему хочется какого-то лайтика нормального. Ну, по сравнению, допустим, с этим инбайтом, да, если сравнивать, то рассматривать этот как именно лайт, я бы сказал, этот поинтереснее. Потому что чуйка у него нормальная. Инбайт ты имеешь в виду, который 700... Который 70, до 10,5. Да, до 10,5 грамм. Да, который, да, в 2,40 длине. Да, который в 2,40 длине. Потому что, как бы он, ну, как по мне, он такой какой-то все-таки колообразный. Чуйка у него на порядок хуже. Тут, конечно, чуйка нормально, 1.5 грамма я сегодня кидал, вольфрам слышно, твердо мне стукает. Двушка вообще замечательная, остальное, ну, само собой. Честно говоря, по тяжелым весам не знаю, как насчет 12. Ну, а так вот, кому рекомендовал бы я? Ну, не знаю, спортсменам, наверное, очень заядлым таким. Потому что, ну, как по мне, это такая окуневая палка. Классная окуневая. Ковырять окуней. На щуку я бы лично с ней не пошел бы однозначно. Нет, ты не пошел, а он Коля пошел и поймал. Не, ну я же есть ребята... видеофиксация. Ну, мастер Мебару, ну видишь, Мебару, в принципе, пишут, что она предназначена для ловли монстр Мебару. Ну, а мы, которые, монстр... это, а мы ловят, клейно щуку поймали. Сегодня. Ловят на эту, как она называется, забыл, приманка. Метал. Метал G. Не, не Metal G. Ну, Metal G. Metal G Head это да, а еще у них по-другому. Metal Maru, по-моему, как-то так называется. Короче, хрень такая непонятная. Воблер с лопаткой вниз, вот так лопатка стоит. Есть такое. Ну, очень деликатная, жаль, очень деликатная, как по мне. Я в руки взял, ну, не окуневая. Потому что там, допустим, на щуку, на судаков, я считаю, палка должна быть более мощной. Ну, то есть это ювелир Тор. И, ну, ну, как сказать, вот это слово «продвинутый любитель», куда продвинутый? Не, ну, я же... Безбашенный любитель, это я понимаю. Для продвинутого любителя, я же говорю, спортсменам, вот они там, ва, заморачиваются, там, короче, палочка, чтобы была, грубо говоря, от грамма до 12. Наверное, вот это она и будет. Да. Господа спортсмены, будьте так любезны, обратите внимание на вот этот инструмент. На сам, сколько ты самый большой вес бросал? 10,3. 10,3 и как? Отлично. Не права. Это голос из-за кадра. Это вырезать не будем, это факт. Это причем на течении нижней ефе. Так что вот такой вот у нас сегодня был этот самый, в принципе, посвящен, ну, может, он сейчас, он сверху, всего-навсего одной палке. А не знаю, надо вам это или нет, я говорю, это явно не бюджет, совсем не бюджет. Ну, поверьте, это такая вещара классная. Мы все ее перещупали, все перепробовали, даже как бы сделали паузу, потому что действительно были бы эмоции такие, как и Николай. Это все, и мы пришлось пикало бы наставить. Очень интересный инструмент, он, ну... Как сказать, он точно из семейства айскубов, точно это железобетонно по всем своим заморочкам, ну и по строю, и по тому, как он скроен, и по тому, как вываживание происходит. Коля эту щуку, она ему там перцы творила, а он ее вяжет, вяжет рыбу великолепно. То есть вот такая вот рыбалка у нас была. Мы сегодня перемещаемся. Речка разлилась, широченной стала, красивой такой. Вот, поэтому все места, которые мы посещали в прошлом году, мы просто не можем к ним подойти.
практически каждое перспективное место мы останавливаемся и облавливаем. Интересно, красотища. Сейчас вот здесь маленькая такой лужайка. Сейчас я вам покажу. Ребята остановились. Сейчас я к ним присоединюсь и тоже попробуем ловить. Я сегодня жих в руки не беру. То есть ни жиголовки, ни силикон, только воблер и колебалки. Приучаю себе. Пробую, что из этого получится. Результат есть, это главное. Сейчас Виталий взял, пошел еще, попробовал одну для полноты эксперимента. Коля сказал, что он бросал 10 грамм плюс приманка. Вот. Виталий сейчас пойдет еще попробует. В общем, вот такие вылазки. У нас были короткие, мы все ходили троем, пробовали. Вот. Мне очень понравился и пришлось в конце концов подарить ратлера, которого мне подарили. Я подарил его водоем, который сегодня принес нам щуку, который сегодня поймал нам карася, лично мне на тикто. В общем, у нас была такая вот тиктомания. Не знаю, надо ли рассказывать о палках этого ценового диапазона. Я считаю, что надо. И если у кого-то есть денежка, ребята, это хороший вариант рассмотреть. И для окуня, вы знаете, даже, наверное, она, может быть, будет предпочтительнее, для береговой рыбалки предпочтительнее даже ультралайта. Потому как по малым весам она работает великолепно, по большим работает хорошо, даже, можно сказать, очень хорошо. И поэтому, имея такую вещь, прогуляться часок-другой-третий вдоль речки,
неважно, вдоль ставка, может, такое удовольствие. Ну, это просто клевая штука. По дальнейшим нашим выездам, которые мы планируем, анонсировать не буду, будет еще интереснее. То есть будут и другие палки, которые уже на подходе, которые будут теститься, которые будут вам рассказываться. В общем, не знаю, говорю, вот сегодня не было желания такого, знаете, ставить грамм, смотреть 2 грамма, 3 грамма, 4, потом середина теста, потом максимальный тест. Нет, сегодня вот просто получали удовольствие. Вот такая палка, вот такой вот расклад, ну вот, вот просто удовольствие получал. Так что кик приятно удивил, очередной раз приятно удивил. По воблерам сегодня я лично сам, я жигового набора вообще не брал, были только колебушки и воблера, и продолжал коробочку наполнять, пару риджиков еще появилось, суспендеры, вот, опять же, повторюсь, забросы великолепные, система МакДрайв великолепно работает, и понравилось, вот, понравилось и все. На этой оптимистической ноте мы искренне вас благодарим за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши подписки. Вот, повторюсь, мы есть в Фейсбуке, мы есть в ВКонтакте. Потому что 12 я не ставлю. Секунду. Это обычно то, что уже не попадает в кадр. Вот. Это как раз те моменты, которые идут за кадром. Это когда уже идут собирания, идет обмен мнениями и прочее, прочее, прочее. То есть, сейчас вольфрам 12-граммовый. Пожалуйста. Вот. Поэтому, говорю, сейчас еще, наверное, немножко все-таки побросаем, потому что, ну, конкретно понравилось народу. У нас продолжается. Друзья, добра вам. Виталий Николаевич, идите скажите людям доброе слово со своим подопечным. Хочешь перестать этот базар, чтобы уже точно был? Что ты сейчас пулял? 12 грамм? Не, я пулял 8, ради интереса взял, популял 8. Не, ну восьмерку тянет. Получается, сейчас просто 12, если ради интереса. Коля говорит, что 12 тоже тянет. Попробую. Ну, я же говорю, как бы, вот, ну, по мне, в соревнования вышел. Чувствую себя уверенно. Во-первых, можно было плавить более-менее всю рыбу спортивную. Окуня, щуку, того же судака. Ну, и выглядел бы на фоне всех остальных спортсменов довольно-таки, так сказать, престижно. Да уж, блин, дарбуда, ежики цветные. Вот по-спортивному. Да, по-спортивному. Вот так вот. Так что вам добра, привет от всего нашего коллектива, классных рыбалок, ни хвостика, ни шеи, подписывайтесь. Коля, скажи, чтобы такое слово, чтобы не надо было вырезать, иди скажи. Ну я обалдел, не надо говорить в этом, вот так пытаться. Ну, это очень достойная палка, которую мы ждали сколько? Я слушай, в декабре, когда это, она первый это, раз это появилась, отдельная, блин, я заехал вообще специально в Днепропетровск в Ибис, взял ее в руки, потрусил. Ну, в чем мы и без указу делать будем? Заказывали, естественно, у Юрича. Но пришла она чуть-чуть позже, чем ожидалось. Но это не от нас зависит. Вообще от других поставщиков, да. Блин. Короче, то, что хотели, получили. Вот эта вот улыбка, да, вот это супер настроение, наверное, стоит того, как бы, вот этих всех перипетий, которые у меня создали. Короче, Коля, я тебя поздравляю, согласна. Головли, окунь верхнего бьефа уже на стороже. Да, теперь надо написать айскуб Курэма. Тебе это же второй айскуб у тебя был. Нет, третий. Третий. Блин, это тоже надо будет. Третий. Это ж нельзя никому подать. Теперь ты айскубист в законе. Молодчак. Все, ребята, сматываемся, сворачиваемся. Добра вам.